На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое. 75-летию обороны Курска от немецко-фашистских захватчиков посвятили и выставку в областном госархиве. Уникальные документы, фотографии и статьи, рассказывающие о сложнейшем периоде в истории нашего города. Осенью 41-го года в рамках сражения за Москву оборону Курска вели части и соединения Брянского фронта и бойцы народного ополчения. Три дня город не сдавался. Три дня жители героически боролись за родную землю. На выставке имена и лица защитников, их краткая биография. Вот будущий маршал бронетанковых войск Амазас Бабаджанян. А это председатель городского комитета обороны, первый секретарь обкома партии Петр Доронин. Также представлены документы, долгие годы хранившиеся в архивах под грифом «Совершенно секретно». Один из них рассказывает об эпизоде взрыва Кировского моста. Мы знали о том, что офицер, командир саперного подразделения, поспешил, взорвал Кировский мост еще до поступления приказа от командира 2-й стрелковой дивизии. Мы знали, вроде как по слухам, о том, что он был расстрелян. А вот в этот раз удалось мне обнаружить приказ, рукописный приказ, подписанный собственноручно командиром 2-й дивизии, полковником Акименко, об этой ситуации. Выставка будет работать до конца весны. Посетить ее может любой желающий. Вход свободный.